Всем привет! Сегодня я расскажу, как сделать заказ с сайта Озон. Для начала необходимо будет открыть приложение Озон, но если у вас нет приложения, вы также можете зайти с обычного браузера Яндекс или Google, к примеру. У меня приложение уже установлено. Вам необходимо добавить товары, которые вам нравятся. Можно что-то найти. Здесь есть как продукты. Да тут на самом деле все есть. Доставка Озон от 1000 рублей идет. То есть если у вас меньше, то просто-напросто вы не сможете оформить свой заказ. Вот у меня здесь только один товар, мне не хватает. И программа просто-напросто не даст вам оформить заказ. Необходимо добавить что-то еще. Я захожу в избранное свое, ну, и добавляю, что мне необходимо. Вот заказ уже более-менее сформирован. Моя сумма составляет 1323 рубля. Перейти к оформлению. Можно сделать доставку курьером. Но доставка курьером, нужно смотреть ваши условия. Где посмотреть? Вы нажимаете на свой кабинет и выбираете стоимость доставки. Выбираете здесь ваш населенный пункт. Ко мне, например, заказ от 3500 будет стоить 0 рублей, а от до 3500 250 рублей. Здесь можно выбрать адрес, Тула, к примеру. И можно посмотреть, сколько будет стоить доставка. Если вы заказываете в пункт выдачи, либо в постаматы, то доставка всегда 0 рублей. Если курьерская доставка, то условия такие же. От 3,5 0 рублей до 3,5 249 рублей. Перейти к оформлению. Здесь я изменю на другой пункт. Здесь можно выбрать. Это мои последние пункты. Заказ доставят 18 числа бесплатно, а другой доставят 23-го. Ну, все можно будет забрать 23-го. Способ оплаты. Так как сейчас пандемия все еще, можно оплатить только онлайн, либо Яндекс.Деньги. Здесь можно ввести какой-либо промокод, если у вас есть, или сертификат. В принципе, заполнили все пункты необходимые. И нажимаем «Оплатить онлайн». Выскакивает окно. Здесь необходимо будет ввести номер своей карты, до какого числа она действует, и три цифры с обратной стороны карты. Если вы не хотите, чтобы ваша карта здесь фигурировала, вы выбираете галочку, где написано «Запомнить карту». Я всегда убираю эту галочку. Лучше я дополнительно введу номер своей карты. То есть вы вводите свой номер, все необходимые данные и нажимаете «Оплатить». Это абсолютно безопасно, это официальный сайт Озона. Я много раз оплачивала, мне все приходит. Так как я не оплатила заказ, у меня есть 28 минут для того, чтобы его оплатить. Если я его не оплачу, он у меня автоматически отменяется. В этом нет ничего страшного. Так что, опять-таки, вы можете оформить заказ себе либо курьером, либо постаматом, либо же сделать себе доставку на Почту России. Такое тоже есть. Доставка по тарифу почты. По почте я ни разу не заказывала. Вот если же у вас крупногабаритные товары, вот такие условия крупногабаритных товаров. Это когда вес превышает 25 килограмм. Так что вот так, все очень просто. До новых встреч, всем пока!